Всем привет, на связи Давид Рязаев. Какое рабство существует в 21 веке? Давайте разберемся в данном видео. Кажется, легко и просто взять деньги у банка, что-то купить, отдавая понемногу, но нет. Оформляя кредит, вы попадаете в ловушку. Эта западня дружелюбно открывает свои объятия и предательски захлопывается за вами, стоит только немного оступиться. Не забывайте народную мудрость. Берешь ненадолго и чужие, отдаешь свои и навсегда. Финансовые эксперты советуют не брать кредиты на путешествия, гаджеты, свадьбу. Даже если кажется, что кредит – единственный выход. Знайте, что это обман. В любом случае, с заемными деньгами вы ставите под удар свое имущество. Представьте, есть 300 тысяч рублей, а хочется автомобиль за 1 миллион рублей. С автокредитом при ставке 13-16% годовых за 5 лет переплата будет более 400 тысяч рублей. Все 5 лет вы будете ездить на одном и том же автомобиле? Давайте признаемся честно, что через пару лет вам захочется купить другой автомобиль. А это значит новый кредит, новая страховка, новая кабала, которая все сильнее прижимает вас к земле. Выбор за вами – оставаться слугой банка или строить финансово-независимое будущее. Если взять начальный капитал в 300 тысяч рублей и инвестировать их, то уже через 6 лет у вас будет первый миллион. Да, это не мгновенная прибыль на следующий день, но это грамотный подход к личным финансам и гарантированным договором доход без долгов. Если вы готовы инвестировать вместе с нами, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку, и с вами свяжется наш специалист. Инвестируйте грамотно, инвестируйте с нами.